Добро пожаловать на рассвет пробуждения. Я ваш ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня мы вернемся в Бразилию на продолжение той проповеди, которую я начал в прошлый раз. Тема «Что вы делаете для распространения Царства Божьего?» Я верю, что вы будете вдохновлены этим посланием, а также видеосвидетельствами. Во время этой поездки произошло столько чудес, и мы покажем вам некоторые из них, которые поднимут в вас веру в исцеление и чудо. А в конце программы я буду молиться о том, чтобы сила Божья действовала и в вашей жизни. Давайте смотреть, а позже я вернусь к вам для молитвы. Приятного просмотра. Да благословит вас Господь. Давайте смотреть все вместе. Смотрим. Будьте хорошим распорядителем тем, что вы имеете. Будьте верными в малом, и Бог поставит вас над большим. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Итак, Библия говорит нам инвестировать. Основная часть притч Иисуса о деньгах. Притча о талантах. Притча о золотой монете. И многое другие. Все, как они, как-то связаны с финансами. Почему? Потому что Бог хотел показать людям истинное положение их сердец. Когда Бог двигается в вашей жизни, Он прикасается ко всем ее сферам. Он прикасается к вашему духу, вашим эмоциям и вашему телу. А еще Он прикасается к вашим финансам. И вы становитесь инвестором в Царстве Божьем. Пастор, что ты такое говоришь? О чем это ты говоришь? Первая церковь была очень успешной, потому что они не только хорошо говорили, но и подкрепляли свои слова действиями. Библия говорила, что они продавали свое имущество, жертвовали деньги на распространение Евангелия. Они не только красиво говорили. Аллилуйя! А что вы делаете для распространения Евангелия? Бог хочет изменить ваше мышление. Если вы продолжаете делать то, что делали всегда, то и получаете то, что получали всегда. Вот как все просто. Пастор, я не знаю, почему я не благословлен. А что вы делаете? То же, что и последние 10 лет. Если ваши результаты не изменились за 10 лет, то задумайтесь над этим. И речь не только о финансах, а обо всем. Речь о вашем времени, вашей семье, в ваших взаимоотношениях и эмоциях. Если вы не меняете свое отношение, то не жалуйтесь на результаты. И все сказали аминь.
Если вы не будете реагировать, то начнут реагировать ваши будильники. Это шутка. Иисус сказал, что камни начнут говорить. Я не хочу, чтобы за меня мою работу делали камни. Аллилуйя. Когда я думаю о Евангелии, и о великом урожае, который ожидает нас даже в этом городе, да, я говорю о Бразилии. Великий урожай. Нас ждет великий урожай. Так много душ получат спасение. Так много людей получат свободу. Так много людей войдут в царство. Но зачастую вы думаете только о себе и о своей жизни. Когда вы перестанете фокусироваться на своих проблемах, Бог изменит ваши обстоятельства. Как только вы начинаете фокусироваться на своем горе, она становится больше. Но Иисус не говорил, продолжает думать о своем горе. Он сказал, говорите горе. Он не сказал, говорите о своем горе. Ой, у меня такая-то проблема, и это продолжается целую вечность. Становится только хуже. Я говорю об этом, чтобы мне стало легче. И вы лишь то и делаете, что говорите о своем горе. Я хочу позвонить одной сестре, чтобы она пророчествовала о моей ситуации. Иисус не говорил о своей проблеме постоянно. Он не делал этого. И слава Богу. Финансы в церкви — это что-то особенное. Вы не можете просто говорить, что любите Иисуса, когда ваше даяние слишком далеко от этих слов. Слишком далеко. Тогда ваши действия... не совпадают с вашими словами. Нам нужно следить за тем, чтобы наши действия совпадали с нашими словами. Я уже говорил это. Женщины в Бразилии часто ходят в торговые центры за покупками. Женщины, кто из вас любит шоппинг? Ну же! Ну же, будьте честными. В этом нет ничего плохого. Моя жена любит шоппинг. Моя мама любит шоппинг. А когда мои мама и жена собираются вместе, они говорят, пойдем на шоппинг. Нет, мне это не нравится. Я покупаю так, я знаю, что мне нужно. Прихожу и покупаю это. Вот и все. Они любят быть там навсегда. Я не хочу быть там навсегда.
Они же могут там быть вечно, а я так не могу. Но в покупках нет ничего плохого. Но я знаю некоторых женщин в Бразилии, которые покупают сумки от Майкла Корса или других известных брендов. Помогите мне. Какие есть еще бренды? Гуччи? Прада? Кельвин Кляйн? Он не такой классный. Но тоже ничего. Шанель. Еще. Луи Виттон, точно. Настоящая стоит около $5,000. Некоторые женщины говорят: «Ой, это так классно! Это совсем недорого!» Если вы можете себе это позволить, то я рад за вас. Это не грех. Однако, когда дело касается церкви, и вы собираетесь пожертвовать на миссию, давайте жертвовать на миссию, на спасение душ, на распространение Евангелия Царства, на помощь бедным. Ну, я не знаю. Посмотрим, сколько у меня в кармане денег. Я говорю правду. Это значит, что для таких людей сумка важнее Царства Божьего. Они ходят в хорошие рестораны. Назовите какие-нибудь хорошие рестораны в Бразилии. Кокубамбу. Еще. Баффало Билл. Тут обожают Баффало Билл. Какие еще рестораны? Какие еще рестораны? Франциско? Я такой не знаю. Вы идете туда всей семьей и легко тратите. Очень легко. 300, 400, 500 реалов. Легко тратите такие деньги в хорошем ресторане. И я не против хороших ресторанов. Я люблю хорошую еду. Я не говорю, что ходить в рестораны — это плохо. Я не говорю об этом. Я не говорю, что дорогой дом или машина — это грех. Суть не в этом. Суть не в этом, а в том, что на все эти вещи вы легко тратите деньги. Но если это касается Царства Божьего, ну, я не знаю, могу ли я что-то пожертвовать. Я не уверен, правильные ли у пастора мотивы. И вы придумываете разные оправдания, чтобы не давать, но на разные мирские вещи вы легко тратите деньги. Очень легко. Если в вашей жизни все именно так, это неправильно. Эта проблема вот здесь, в сердце. У нас с женой в телефоне есть приложение, которое отображает наш личный банковский счет. Она показывает все. Что касается вашей дебетовой карты, если вы расплачиваетесь в ресторане, там это показано. И
Все ваши расходы приложение делит на категории. И мы можем ясно видеть, что мы делаем со своими деньгами. Знаете, что я сказал жене? И она согласилась со мной, потому что она очень щедрая. Иногда мне кажется, приходится сдерживать ее. Но в большинстве случаев мы в согласии. Если мне кажется, что нам нужно куда-то пожертвовать. А когда она говорит, мне кажется, что Дух Святой побуждает меня сделать это, то я говорю, давай сделаем. А приложение показывает нам, куда мы тратим наши деньги. И однажды я сказал, я отказываюсь отдавать ресторанам больше, чем я отдаю на царство. Я отказываюсь отдавать за одежду больше, чем я отдаю на царство. Eu rejeito dar mais dinheiro para comprar roupas, embora eu goste de roupas boas, do que dar para o reino. Почему? Потому что я хочу жить так, как я проповедую. Eu quero viver o que eu prego. Я не хочу лишь говорить, что я люблю Иисуса, но мое даяние не отображает этого. A minha doação não é salva. Оно не родилось свыше. Некоторые верующие родились свыше, а их кошельки нет. Все это относится к нашей теме. Я не собираю пожертвования. Я проповедую. И смысл лишь в том, где ваше сердце. Билл Грэм сказал, что нечто весьма любопытное. В его время не было интернета и многого другого. Что мы имеем сегодня? Он сказал, да, именно, Билли Грэм сказал что-то очень интересное. Это очень интересная фраза. Он сказал, «Дайте мне на 5 минут чековую книжку любого человека, и я покажу вам, что у этого человека в сердце». Это не мои слова, а Билли Грэма. Он уже на небесах. Поэтому, если хотите жаловаться, то можете отправляться к нему. Послушайте, у церкви есть призвание, и мы должны инвестировать в царство деньги. Время и все остальное, чтобы продвигать Евангелие вперед. Вперед. Послание к римлянам. 1 глава, 16 стих. Давайте откроем это место. 1:16. Римлянам, глава 1, стих 16. Аллилуйя. Римлянам, глава 1, стих 16. Вы уже открыли? Нашли? «Ибо я не стыжусь благовествования Христа, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Для всех. Скажите «для всех». Скажите «для всех».
Ну, во-первых, иудею, потом еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Павел говорит, я не стыжусь Евангелия, потому что оно — сила Божия ко спасению всех, кто верит. Нам с вами было доверено прекрасное послание, не похожее ни на какое другое послание в мире. Ни один религиозный лидер не похож на Иисуса. Никто из них не мог сделать то, что сделал Иисус. И они даже не заявляли, что способны на это. Будда никогда не говорил, что он путь. Конфуций никогда не говорил: «Я есть путь, истина и жизнь». Мухаммед никогда не говорил: «Я есть воскресение и жизнь». Нет других таких посланий, как в Евангелии. Нет никого подобного Иисусу. Никакая другая сила не может сравниться с силой Божьей. А Павел сказал, что Евангелие — это сила Божья. Если вы не проповедуете Евангелие, потому что думаете, что у вас нет силы, то вспомните, что Евангелие — это сила. Если вы проповедуете Евангелие, вы освобождаете силу, потому что Евангелие и есть сила. Что вы чувствуете? Боли больше нет. Тогда снимите это. Снимите, пожалуйста. Проверьте, как вы себя чувствуете, как самочувствие? Хорошо. А вы все сняли? А сейчас как чувствуете? Боли нет. Сделайте то, что не могли сделать раньше. Подвигайтесь, аллилуйя. Вы только посмотрите на это. Аллилуйя. Прославьте Господа. Давай. Давай. Аллилуйя. Аллилуйя. Позвольте спросить, что вы почувствовали, когда вы молились за меня? Я почувствовал, как Бог положил на меня свою руку и забрал боль. Когда вы молились за меня, я почувствовал, как Бог положил на меня свою руку и забрал боль. Какое ухо? Оба? Хорошо. Подержите это. Во имя Иисуса, уши откройтесь. Уши откройтесь сейчас же во имя Иисуса. Откройтесь во имя Иисуса сейчас же. На 100%. Вы слышите меня? Слышу. Слышите меня хорошо? Да. Вы чувствуете разницу? Да. Есть разница? Да, большая. Я спросил, есть разница? Он ответил, да, большая. Уши открылись? Да, открылись. Как долго у вас была эта проблема? Очень долго. А примерно лет 5 или 10? Около 10. 10 лет? 10 лет он не мог слышать нормально? А что сейчас произошло? Сейчас я слышу хорошо. Говорит, что слышит хорошо. Аллилуйя. 10 лет. Десять лет.
А что говорили врачи? Я не ходил к врачам, у меня нет времени. Я все время работаю. Аллилуйя. Я слышу очень хорошо. Повторяйте, аллилуйя. Аллилуйя. Иисус благой. Слава Богу. Аллилуйя. Бог исцелил меня. Иисус исцелил меня. Иисус исцелил меня. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус благой. Иисус благой. Он исцелил меня. Он исцелил меня. Иисус благой. Иисус благой. Аллилуйя. 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 Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. 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 Слава Богу. Слава Богу. Иисус благой. Иисус благой. Посмотрите на меня. Слава Богу! Как прекрасно наблюдать за тем, как действует Бог. В Бразилии Бог исцелял людей, освобождал от демонов. Люди спасались, исцелялись. Это было так удивительно. И я верю, что это помазание будет течь в вашей жизни прямо сейчас. Я буду молиться о том, чтобы сила Божья коснулась вас прямо сейчас. Давайте будем вместе молиться и верить в прорыв в вашей жизни. Какой бы ни была ваша нужда, духовная, физическая, эмоциональная или финансовая, я верю, что сила Божья может исправить все прямо сейчас. Отец, во имя Иисуса, я молюсь за всех наших зрителей, которые верят в чудо и прикосновение небес. Прикоснись к ним, Господь. Прикоснись к каждой семье и к каждому дому своим миром, своей силой и своим благословением. Пусть Твое шалом, Твое исцеляющее помазание сойдет на них прямо сейчас. Во имя Иисуса, я выступаю против всех немощей и болезней и против любой боли в вашем теле. Отец, я благодарю Тебя за то, что Твоя исцеляющая сила течет прямо сейчас. Твоя слава течет через экраны и касается людей повсюду. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Пусть Бог благословит вас. Следите за нами в социальных сетях. Пишите нам. Оставляйте свои молитвенные просьбы, и мы будем рады помолиться за вас. Божьих благословений!